можно продавать под профу под видом формы или нет? Вот чисто под запись, чтобы я уже мог какие-то предъявы. Все, я снова тут. Ну, здорово, как дела? Предъявы, мне предъявы? Нет, игрокам насчет того, что они профу под видом одежды продают. Они продают одежду программиста, хоть на ней ничего пацаны, не пацаны, это нон-РП, просто... это обычная нон-РП. Во-во, нон-РП. Окей. Все, теперь уже явная причина есть. Я пытался объяснить. Подожди, нельзя продавать. Нет. Нельзя продавать. Нет. Вы продаете. Нельзя продавать. А как? Он не можешь продать профессию. Нет, он типа написать, что я там программирование. Форму программиста они продают. У нас они нет способ. Нет. Обучаю программирование, типа. А я так же. У нас нету одежды. Нормально будет, да? Да я. А при чем тут одежда? Я говорю, типа, обычно.